пьяных водителей, которые совершают смертельное ДТП, будут наказывать за умышленное убийство. Пока это лишь предложение, которое внесли на рассмотрение в Госдуму. Вопрос планируют обсудить на ближайшей сессии. С инициативой выступил депутат Вячеслав Володин. По его мнению, если человек сел за руль пьяный или под кайфом, значит, имел умысел. Соответственно, и наказание должно быть строгим. За умышленное убийство Уголовный кодекс предусматривает до 15 лет лишения свободы. Напомним, жители Барнаула ждут наказания виновника из резонансной аварии, которая случилась в октябре прошлого года. По вине пьяного Александра Руденко погибли 3 человека. Еще один до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. По делу уже прошло 2 судебных заседания, третье назначено на 9 апреля. Обвинение настаивает на самой строгой, предусмотренной законом, мере наказания – 9 лет лишения свободы. Но адвокат Руденко намерен срок сократить.